Здравствуйте, друзья! Ох, хороша Русь-матушка! Много в ней красивых городов, сел, деревень. И я хочу вас пригласить в путешествие в одно из таких мест. В наше село Кудиново. Находится оно в бассейне реки Шаловка. Первые упоминания о селе относятся к 1742 году, где крепостным крестьянам из села Кудиново разрешалось добывать глину для собственных нужд и на продажу. В 1840 году, когда купец Федор Тимофеевич Трещалин рядом с селом построил завод по производству огнеупорного кирпича, в селе числилось 90 дворов, православная церковь и 455 жителей. Каменная церковь во имя Покрова Святой Богородицы в Кудиново была построена князем Петром Салтыковым, известного коллекционера предметов европейского средневековья. По данным на 1890 год, село относилось к Васильевской волости. При селе работало 9 небольших кирпичных заводов и имелась земская школа. В 1913 году в селе уже был 171 двор. К 1926-му работала школа крестьянской молодежи, библиотека, кредитное товарищество, лавка и кирпичный завод. С 1929 года село вошло в состав населенного пункта, образованным Московской областью. История села Кудиново интересна и замечательна. Для России село – частица, а для нас – родительский дом. И мы рады, что можем гордиться малой родиной, где мы живем. С праздником вас!